В селе Петропавловка Каргалинского района введен в эксплуатацию новый спортивный комплекс на 240 мест. И уже летом подобное здание откроет свои двери для детей села Косыстек. Глава региона в ходе рабочей поездки в район осмотрел оба заведения, а также посетил остальные социальные объекты. В селе Петропавловка проживает более 2600 человек. Жителями неоднократно поднимался вопрос о нехватке спортивных объектов. В целях развития массового спорта в двух населенных пунктах района ведется строительство комплексов ангарного типа. А на днях с участием главы региона один из них открыл свои двери. На строительство объекта было выделено 249 миллионов тенге. Аким области, осмотрев объект, подарил комплексу спортивную форму и мячи. Всего здесь могут заниматься 240 детей, в том числе из соседнего села. На сегодняшний день в селе Петропавловка спортом занимаются 50 детей. Думаю, что теперь, когда открылся такой комплекс, мы сможем охватить занятиями спортом порядка 250 детей. У нас развиваются такие виды спорта, как волейбол, бокс, футбол, дзюдо и гандбол. Далее Ералы Тукжанов осмотрел врачебную амбулаторию, которая переехала в новое здание в 2001 году. Площадь старого здания амбулатории составляет всего 90 квадратных метров, новое больше в 4 раза – 370 квадратных метров. Это позволило увеличить мощность медучреждения до 50 человек в смену. Амбулатория обеспечена санитарным автотранспортом, дефицита кадров нет. Молодец, оптарыз. Им дерево отсидарма? Да, джакса. Джазбук этимыз дерево. Ералы Тукжанов также осмотрел районный дом культуры и среднюю школу номер 1, где обучается 470 учеников. В образовательном заведении имеется интернат на 70 мест. Школа введена в эксплуатацию в 2020 году. Соответствует всем современным стандартам. В новом здании предусмотрен весь комплекс инженерных сетей и высокоскоростной интернет. Динара Абдуалиева, Бахычан Идыгеев, Руслан Ильтаев, телеканал Актобе.